לנשמתם, להסחתם ישראל, אי רופאה וסימוי ארץ מול הרודו. רופאה שלמה. אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עקום. גברית, משנת אק. את הטרקטט עבודה זרה, פרה ידל הפקלונסטווה, ידל הפקלון נזווייצה, ולווה פטרה. ולכל ההם שער במקום שנהגו, וכמובן, כיוון שנעשה עקר על ידי הרבי חס על בהמתו. גברית, משנה, אין מעמידים בהמה בפונדקאות של עקום, נלזה. דלת, загоны для животных, там, где в гостиницах идолопоклонников. Почему? Мипнеши хашудим аль-харевиа, потому что они подозреваются в скотоложестве. Поэтому мы не хотим поставить им подножки, чтобы они споткнулись. Вот. Поэтому, говорит, запрещено даже там, где это место жительства, например, как общежитие для женщин. שעקום מצוין אצל נשים של חבריהן, ולפעמים שאין המוצאה, רובע את הבהמה. פשוט אומרים שגוי חודת כפדושכם גז'ונם סביב דרוזי. יש לנו תודה כדי פרשול, היום ננשול, ובידל שבועות נפדה סבודל שבועות נמושת זה. אי יש כתור גזן לפני עבר לאותו מכשול, כתור גברית שתו, פירת סליפים נסתף פריגרד. כמו סקדן מניחצים, שתובי אני ספתקנוריס, לבני נוח מצוין על הרבי. והיו לבשר שהוולד היוצא מהם, שנעשה בשר מהם, והם דש. ולא תתייחד אישה עמהם, פוס ז'נשנה נאוידיניאצה סנימי. סני עברים, דה? ואפילו בגבי אישים ישראל מותר להתייחד. סגוימי ז'נשנה נימד פרבו אוידיניאצה. סגוימי ז'נשנה נימד פרבו אוידיניאצה. נאימי. כך אימי? נאימי. צימבול אידאז' וצייחות שכגדה סתקימי ז'מושינמי, как мы даже будем проходить, она имела бы право уединиться. Там есть разное количество. Мипнеши хашудим альга арайот. Почему? Потому что гой подозревается в запрещенных интимных связях. Почему? Даже если жена этого нееврея вместе с ним, она его не остановит. Она ему скажет, давай вперед. Еврейская жена не даст своему мужу изменить ей. А гойская, она его не может остановить. Вело и техет адам и маэн мипнех шехашудим аль шефихудамим. И еврей пусть не уединяется с ними. Мужчина с мужчинами. Почему? Потому что они подозреваются в убийстве. Могут его убить. Дальше. Теперь он говорит. Обычно женщины, так как она одна и одинокая, они могут ее над ней смилостивиться, ее они не убьют. Но может испортить, да, с запрещенными связями, интимными отношениями. Но мужчину могут убить. Бат Исраэль ло титяхэ ло тиялэд эт акум ипне шем ялэд эт бэ лавода зара. Он говорит, женщина не имеет права принимать роды у идолопоклонников, у идолопоклонниц. Почему? Потому что она приводит детей в мир для идолопоклонства. Дальше. Аваль оведет кухави миеледет бат Исраэль. Но не еврейка, она имеет право принимать роды у евреев. Опять, мы сейчас говорим просто про мишнайот. Это аллахот мы не проходим. Мы проходим концепт. Концепт такой. Дальше. Как он говорит? Увасахар, киван ше ядуа ше им миеледет мутар мишумева верак бехол, аваль ло бешабат. Вот ваш вопрос, мишнайот Лезер отвечает. Если же из-за этого платят, она работа у нее такая, то так как знает, что она принимает роды за деньги, и чтобы не было вот этого непримирения, как бы, то разрешается ей. Но только в будние дни, но не в шаббат. Но не еврейка имеет право принимать роды евреев, когда есть другие евреи там. Почему? Потому что тогда она этого ребенка примет как надо, а если нет, она может тоже его убить. Бат Исраэль лота нигбинашель акум. Еврейская кормилица не имеет права кормить ребенка не еврея. Почему? Опять кормит кого-то для идолопоклонства.
אבל אקום מניקה בנה של ישראל ברשותה. Но не еврейка имеет право кормить еврейского ребенка в доме этого ребенка, но не у себя. Почему? Потому что мы опять опасаемся, что она может его убить. Дальше говорит. Да? До какого кормят? До 2 лет кормят. Дальше, вторая мишна. Митрапин мэн рипуй мамон. Авало рипуй нефашот. Говорит мишна, можно у них лечиться... То, что излечиться, то, что касается денег. Что имеется в виду? Человек может гою пойти и лечить своих животных. Это деньги, это имущество человека, его животные. Но, авало рипуй нефашот, вимама ло сам прони ефе леха афилу рипуй нефашот мутар, десовер хакум шеба левхон оти. Ишал гам на ахерим веломар э нафше. Айен. Но, лечиться самому нельзя. Но если этот гой говорит, ты знаешь что, вот такая трава, она тебе будет хорошо, тебе поможет, тогда можно его послушать. Почему? Потому что он не обманет. Потому что он скажет, а он сейчас пришел посоветоваться со мной, сейчас пойдет спросить у другого и у третьего. Поэтому в этом случае он не обманет. Он говорит, не имеет права пойти к идолопоклонникам и стричься. Почему опасаемся, что он может лезвием ему горлышко перерезать? Еврей Раби Мейер, так считает Раби Мейер. Вахахамим умрим, бершута рабим мутар, авало бено левено. Вахахамим говорят, в людном месте можно ему там побриться, постричься. Но бриться нельзя лезвием, можно ему стричься. Но в частном месте один на один не имеет права. Да? Имеется в виду здесь, что не один на один, а в том месте, где обычно людей много не ходит. Но один на один, мы сказали, еврей с неевреем не имеет права уединяться, потому что он может его убить. Теперь тогда были такие времена, тогда никаких прав, законов и ничего не было. Сегодня, даже сегодня мы видим, что они тоже с ума сходят уже сегодня. Пару зверей уже нашли, которые доктора, они говорили, да. Взяли этот лайсенс, потому что они сказали, мы евреям будем плохие, плохо лечить. Да, плохо. Да, было пару таких, убрали, одну женщину убрали недавно, одного мужчину. Убрали, которые врачи, которые хотели вредить евреям. Третья мишна. Элю дварим шель акум асурин, ве исуран исурханаа. Следующие вещи запрещены. То, что есть у гоев, запрещено евреям пользоваться. И запрет даже получать какую-то пользу, наслаждение, выгоду. Первое, хаяйн, это вино. Яйн эсах. Ве ахомец шель акум шая миткилато яйн. И уксус не евреев, который сделан из вина. То есть сначала он был вином, эскиз, не имеем права таким уксусом пользоваться. Дальше. Веород левувин. Шекурим бехамем отбахаим митсад халев, кемин некев аголь. Теперь. И когда покупаем у них шкуру у животных, если на этой шкуре дырка, где его зарезали в сердце, круглая, нельзя такую шкуру покупать. Почему? Потому что так животное зарезали они для идолопоклонства. Где сердце они режут? Да. Шокурим бейма бехаим митсад алев, кеми некев агор, умоциин алев, умакривин ото лавода зара. Велахен кол ор шееш бо симан казе асу банан. Что? Они делают там дырку и вырывают его сердце и приносят в жертву идолопоклонству. Поэтому такую шкуру нельзя пользоваться. Рабан Шимон бен Гамлиэль умер, бизман шеакера шело агол асур, машух мутар. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит так, если вот это отверстие в этой шкуре, оно круглое, тогда нельзя, но если оно продолговатое, овальное, тогда можно. Гана шел авуда зара осим ото агол. Почему? Для идолопоклонства они сделают его именно круглым, говорит Мишнат Элиэзер. Дальше. Басар ханихнас ла авуда зара. Мутар. Вахиоце асур. Мипне шуум кезивхем ити. Шакум роце лахнисо им Исраэль низар ликното им кинисато. Кодем ше криво. Мутар бяна дазмана ла авода зара ла умилта. Мясо, которое он покупает, а басар нихнас ла авода зара. Мишна говорит так. Мясо, которое вносится для идолопоклонства. Что значит вносится? Они сейчас зарезали. Он хочет кошерное мясо, он хочет себе взять. И этот гой хочет взять. Пока он взял, еще не занес он,
я имею право это мясо взять. Вехайоце, а? Для идола еще его не внес. Только он намеревается это мясо принести своему идолу, этот гой. Он пошел, купил кошерное мясо. Да. Вместе мы, я не зарезали животное, а он свое это. И он говорит, мутар бехана, можно этим пользоваться. Почему? То, что он зарезал для Аудазара, еще он его не принес для этого идола поклонства, еще не считается. Вехайоце асур, митнешу кизивхеметим. А которое выходит уже оттуда, то тогда это мясо нельзя покупать. Потому что это как? Приношение мертвецам, какое идолам. Мясо? Еврей Раби Акива. Сейчас. Это так говорит Раби Акива. Если он к мяснику зашел, у мясника купил 2 килограмма мяса и ушел. Так у мясника ничего нельзя брать? Не, сейчас скажу. Смотрите, он говорит так. Что у нас другое? Здесь мечта другая. Пропустили здесь пару слов. Да. То, сейчас одну минуту. Он говорит так. Сейчас. Они купили мясо. Это мясо принесли, как мы сказали. Кошерное мясо было, но гой намеревается его принести идолу. Пока в это помещение где-то... А? Купили мясо у мясника? Или где купили, не важно? У мясника, не важно где. И мы вместе зарезали с ним животное. Кто еврей и гой. Зарезали, он говорит, половина ты возьмешь, половина я. А мы знаем, что этот гой хочет мясо занести для своего авода зара. Теперь, так как это животное не зарезали для идола, они его не зарезали. Они зарезали, чтобы он хочет поесть, а он хочет... Пока его туда не занесли, я имею право этим мясом пользоваться. Но когда он уже занес и вынес, или не вынес, когда он уже туда в это помещение внес, для идола уже пользоваться этим мясом нельзя. Не только пользоваться, его даже собакам нельзя накормить. Его мясо. Его мясо. А которое остался, можно продолжать. А которое мачо, да. Пока это мясо не внесли, но он тоже хочет выйти, потом говорит, на, возьми, я уже занес, вынес, на, мне это мясо не надо. Не имею права никакой пользы получать, даже, как мы сказали, даже, даже к собакам накормить не имею права. Теперь даже Мишна здесь говорит тоже, «Вехерес хадрияни, ша адрианский царь ая мегалети бияйн, мегалели бияйн, веосе мехем харасим, вело ая мецапсам бекишван, веносин отам бемилхама, укшеруцим лиштот, мисимим адрианским бемайм венимухим, ветичокер нишар айян мазук бемайм». Он говорит, были такие сосуды Адриана. Что это он делал, когда он делал? Он брал глину и мешал с вином. И делал из него сосуды. И потом, когда они выходили на войну и хотели пить что-то, теперь он был пропитан вином. Они наполняли этот кувшин водой. И теперь получалось, что там было и вино, и вода. Это гойское вино. Поэтому нам такие глиняные сосуды нельзя было покупать. Дальше. Как мы сказали, мясо, которое еще не внесли на Авода Зара, можно пользоваться, которое уже внесли, нельзя, так говорит еврей Раби Акива. Аурхим ле тарпут. Литот ахар Авода Зара. Велахен макума ерва шел иша никра турпа. Асур ласет велатет иммахем. Дязле уморе ла вудазара, бе орши курим, а цирхот ла ема вудазара, бе хабаин мутарим. Что это? Он здесь говорит так. Те, которые идут, хадж это называется, я думаю, как они? Хадж? Да. Хадж. Мекко. Или вот эти идолопоклонники, которые идут на... навести своего идола. Мы не имеем права делать с ним какой-то бизнес, когда они туда направляются. Да. Но когда возвращаются, можно. Окей? Дальше. Четвертая мишна. Говорит так. Но дота акум ве канканехем ве яйн шел Исраэль канус баген асурин ве исуран исурхана. Кожные мехи, которую воду, да, воду, я югарен? Как
Воду, да, которые такие меха из кожи. Веканканехем, и также их кувшины глиняные, которых обычно держат вино. Веянчел Исраэль канузбахем, и еврейское вино было в этих кувшинах или в этой меховых в кожаных сетках. Асурин ли исуран исурана. Деврей Рабимер. Рабимер говорит, нельзя этим пользоваться. Ни вином, ни сосудом, ни этой меховым мешком. Вахахами умрим, эн исуран исурхана. Эн исуран исурана. Хахами говорят, нет, не запрещено ими пользоваться. Да и на коне мусив дамим мешум бельят яйн. אם קוראים חדש שאם מותר לתן נכון יין מיד, ואם הכניס עקום יין לקיום, הוא ממלא בהן מים שלושה מעת לעת, הוא מחליק במים בכל יום, ואם נתן יין פחות משלושה ימים, משחשך, ואם עברו 12 חודש, מותרים מיד. תסבירו גברים, חכמים גברים, מורדנו פולזו זה עצמי כובשינמי, עצמי מחבים ממשקמי. ציפר, יש לי גברית את כובשין או נובי, מורדנו סרזו תודה נלוואץ וינו. Если же там было вино, которое впиталось, три некошерное вино, то нужно его заполнить, вылить воду. И так каждые 24 часа, 3 дня подряд и проходит. Если же там вино долго не держалось, то тогда надо его хорошенько промыть. Если же после того, как последний раз там было вино, прошло больше 12 месяцев, можно им пользоваться. Какой вопрос? Да. Вино именно виски покупаете или что-то покупаете, они их выдерживают в бочках, где было некошерное вино. Да, это большая проблема с висками. Виски. Да. Машка, назима мне обычно пьют, у сварадым есть более-менее, потому что... Там больше каком-то, но 100 литров минимум. Да, но все равно, в принципе, мы говорим, что нету такой посуды, чтобы то, что выходит из ее стенок, внутри было в 60 раз больше. Как казано? Еще раз. То есть нету такого казана, что то, что впитано в его стенки, чтобы когда оно выпитывается, мы говорим, там, например, впиталось 100 грамм, все 100 грамм выпитывается. Нет казана, чтобы там было, в него поместилось, нужно в 60 раз больше, 6 литров. Нет. То есть стенка любая, она 1 к 60 не помещается. Она больше получается? Она, да, то там будет, может, там 40 раз больше, там 30, 40, 50, но 60 не будет раз. Как? Unless это очень большой сосуд и очень тонкие у него стенки. Там ведро, это бочан, там 100-150 литров, это лист. Окей, все равно, как бы там ни было. Там, то, я что... думаю, будет 15 литров. То, ну, если это надо смотреть, не все разрешаются, не все я такие слышал, виски разрешаются. Слышал, да. Дальше. Ахарцаним и азагин. Шелакум асурим ви исуран исурана. Деврей раби мера хамим умрим. Лахин асурим ви вешим митуарим. Теперь. Косточки от винограда. Косточки от винограда или шкурка от винограда запрещено ими пользоваться и получать какую-то выгоду, говорит Раби Мейер. Хахами говорят, если они еще влажные, запрещено. Если они уже сухие, то можно. Дальше. Хамурьяс. Гугвинот. Бет уньяки. Шель аку. Асурин. Висуран и сурана. Деврей Раби Мейер. Хахами умрим. Эни суран и сур ханаа. Теперь, что это муриас? Муриас – это рыбий жир, в который смешивали вино. В вино смешивали рыбий жир? С ним, с вино. С рыбьим жиром смешивали вино. Угвинот бет ункая шель акум. И сыры. Место, которое называлось бет унка, уньяки. Бет уньяки шель акум. Там большинство бычков приносили в жертву вода зара, асурим. Нельзя их кушать. Почему? Потому что как раньше делали сыр, брали желудок животного, там есть вот эти все кислоты. И его окунали, окунали в молоко. И так получался сыр. Теперь, так они были для поклонства, запрещено. Вы исуран, исурана. И это исурана. Исурана имеется право не только кушать нельзя, никакой выгоды и пользы получать нельзя. Исурана. Исурханаа. Ханаа. Легенот. Наслаждаться. То есть собаки не могу накормить, продать не могу, подарить никому не могу. Диврей Рабимир, так что Рабимир. Вахахамим умрим, эн исуран исурана. Хахамим говорят, нет, они ханаа, наслаждаться ими не запрещено. Дишара бегемот, хема ров негида галим, хахамим ло хайше лимиут.
ורבי מאיר חייש למיעוד, וגם לחכמים אסור באכילה, ומוריאס חכמים מתירים שאין נותנים היין לטעם, אלא לעביר הזוהמה. ציפר. Почему мудрецы говорят, что этих бычков можно? Потому что большинство бычков на Авода Зара не приносят. Поэтому мы не, как бы, не придаем значения меньшинству. Но хахамим говорят, не придаем значения меньшинству. Раби Мер же говорит, нет, мы да, придаем значение меньшинству. То есть, если там есть проблемы с меньшинством, это запрещено считать Раби Мер. Теперь Муриас мы сказали, вот этот рыбий жир, который смешали с вином, Хахамим разрешает даже его кушать. Почему? Потому что вино, которое туда добавляет, не добавляет для вкуса, а добавляет, чтобы вот это жир и вот это, то, что там неприятное есть, зогама это называется, чтобы оттуда это убрать. А вы насчет этого сказали, насчет винограда, что сказали? Виноград, сказали, шкурка винограда и косточки винограда, допустим, с него вино выжили, а осталось вот это, то тоже нельзя с ними пользоваться, говорит Раби Меир. Нет, это гойская, да? Гойская, да. Хахамим говорят, если они еще влажные, то нельзя, если они уже сухие, то можно. Пятая мишна. Амар Биуда, Шаар Раби Ишмаэль, Эт Раби Йошуа, Шаю Мэлхин Бадерех. Сказал Раби Йуда, что Раби Ишмаэль спросил Раби Йошуа, когда они шли по пути. Амар ло мипнема аструге вино челакум. Почему запретили еврейский, нееврейский сыр, вернее. Почему запретили кушать нееврейский сыр? Амар ло мипнешема мидиму тамбеке вашель невера. Потому что используют желудок животного, которое невела. Амало веало кева, ола хамура ми кевад невела. Веамру коэн, шедаато яфа, сорфа хая, вело годуло. Теперь он говорит. Но запрет кева, желудка от корбана ола, он более строгий, чем от невела, от нечистого животного. Шаула, шаула, асур, как мы сказали, что невела я имею право продать, имею право получить какую-то пользу, но курбан ола не имею права ничего получить. Вямру сказали мудрецы, куэнче да то яфа. Сорфа хая. Теперь. Есть другое объяснение, что то, что называется здесь кеват невела, кева, не обязательно, что именно желудок этого животного, а молоко, которое в нем есть, как мы с вами говорили однажды, что детеныш высасывает это молоко, потом его режут, и вот это молоко, которое в животе у матери, его берут и ставят в молоко, и оттуда потом это помогает сделать сыр, потому что уже это молоко впитало вот эти кислоты, которые есть в желудке. Вот это кева. Теперь. Кева что? Кева это желудок. И вот когда кева это желудок, но когда Аллаха говорит кева, она часто имеет в виду именно вот это молоко, которое было в этом желудке. Теперь, есть спор среди мудрецов, вот это молоко, которое в желудке, оно считается чем-то съедобным или уже это считается отходы? Да. Теперь говорит Мара здесь так. Мишна говорит, вернее, так, что мы учили, что коэн, у которого, как сказать, что у него нет проблем что-то неприятное съесть, зарезали от корбан ола, и там есть вот это молоко в желудке, он имеет право это молоко выпить. Теперь нормальный человек это не сделает. Теперь здесь тоже красиво написано, что да, то я фа. Что у него, что это да, то я фа, что у него все нормальная голова, на самом деле это наоборот. То есть, то он не брезгливый, вот это слово, он не брезгливый. Имеет право выпить это молоко из желудка этого животного, курбан ола, сорфахая. Вело годуло, но хахамим не согласились с Раби Ишмаэлем. Авал амру эн нехенин вело муалин. Но этим молоком, которое в желудке есть, нельзя получать какую-то пользу. Нагана вело муалин. Но если он использовал ее для себя, он не нарушил запрет использовать святые вещи для себя. Дальше. Уфхоль офей мидорайта эн муалин баш хипир кефиша. Великиха бекеват навела эн кан шум исур клал афилу мидраванан дейрак. Баулам дейш мейла им минатур газар. Теперь. Получается здесь так. Что вот это он сказал, почему, он спросил его, почему нельзя кушать нееврейский сыр, он говорит, потому что вот это молоко, которое в желудке есть, его оттуда достают и делают из него, это. Он говорит, то это невеля, это же не должно быть запрещено по Торе. Хазар, веамар, то Раби Йошуа ему дал другой ответ. Мипнешема медимота бекеват эгле авода зара, потому что используют там вот это молоко, которое использовалось для идолопоклонства.
А тогда то, что используют для идолопоклонства, уже запрещено наслаждаться. Амар ло, тогда Рабби Ишмаэль говорит так. Им кен, лама ло ассаруа баханаа. Тогда Рабби Ишмаэль говорит, то, но эти сыры, от этих сыров можно получать наслаждение. Почему не запретили наслаждаться ими? Она не запретили. То, хисио ле даварахе. То Рабби Йошуа отвлек его на другую тему. То есть он не мог ему ответить. Он стал говорить с ним на отвлеченную тему. Где читпашет гзератан, шема ию анашим шеэн нирэ лаэм атам визалзелу беках. Здесь Мишна Элиэзер объясняет, почему Рабби Йошуа ему не ответил. Потому что он не хотел давать ему, сказать ему причину, почему мудрецы это установили. Так как от постановления, от запрета мудрецов использовать гойский сыр не прошло еще 12 месяцев, когда они это установили. А было принято, что они 12 месяцев причину этого запрета не объявляют. Для чего? Чтобы вот этот запрет распространился и был принят людьми. Потому что если скажут причину этого запрета, то люди, а это не такая неважная, очень важная, будет ей пренебрегать. ובאמת, הטעם מפני שמעמידים את החלב באור כיבת שחיטת עקום שהיא נבלה, ואף על פי שהוא מועט, כיוון שהיא מעמידי החלב ועושה בו מעשה לא בטל, לקיימה לן הכל הולך אחר המעמיד. אבל משום מסר בחלב לא היה נאסר, כיוון שמסר בני עצמו הוא מותר, אין לו אוסר עד שיתן בו טעם, ורק בדבר יצור, עיקר עושה בשמשהו כל משמעותו. טוב, ואתם, ציפר. На самом деле, почему запретили? Потому что мы сказали, это двар амамид. Как мы сказали, если у человека есть дрожжи некошерные, они упали, если в 1000 раз больше этих дрожжей есть, они не растворяются. В 60 раз недостаточно. И тоже вот это молоко, которое взяли из желудка некошерного животного, он тоже называется двар амамид. Что он делает? Он сейчас из молока сделал сыр. То есть он здесь выходит в роли дрожжей. Поэтому даже если в 1000 раз молоко будет больше, он не растворяется. Поэтому запретили. Амарло... Ишмаэль ахи, то Рабби Йошуа говорит ему так, Ишмаэль мой брат, ах, ата коре, как читается в Шире Ширим, китовим додеха мияйн, о китовим додайх, как читается, что хороши твои груди, чем вино, в мужском поле, или хороши твои груди, чем вино, в женском поле, додайх. То есть он так его отвлек, не хотел ему отвечать на этот вопрос. Амарло китовим додаих. Я, говорю, читаю в женском роде. Почему? Это как бы обращение Всевышнему к еврейскому народу. Ама, да, еврейский народ там жених, Всевышний там жених, извиняюсь, а еврейский народ невеста. Поэтому он говорит, так должны читать. Амарло эн адавар кен. Он говорит, нет, Рабби Йошуа говорит ему, так, это неправильно. Это еврейский народ говорит Всевышнему. Китовим додеха мияйн. Что это значит? Араби малай так аночи тикну вегазруха хами мияйн йотер миена шель тора, йотер ми икар тора вообще бихтав. Еврейский народ говорит, хороши твои груди как бы, чем вино. Что значит вино? Вино это что-то главное. Он говорит, но установление, которое установили мне мудрецы, еврейский народ говорит Богу, они дороже нам даже, чем слова самой Торы. То есть мы принимаем постановление мудрецов. Шаре хаверо меламед алав. Лереах шеманеха товим. Что следующий пасук объясняет, там написано, лереах шеманеха товим, запах твоего масла хорош. Вот их ты, алькен аламота и вуха, велоша яхлумар, кен линкева, умухрах ли йод, решен захару багамара, амар, рби шимон бен базе. Видите, амар, рби шимон бен ами, мирешад икра, кама, лей шакен, и миншикот пиум, амар, лу Ишмаэль, ахи, хашок, сефатеха, зо базо, ва аль тибаэ лашив, аль тедагдек лакшот. Как объяснил, этот пасук говорится в мужском роде, а не в женском. То давайте мы здесь с вами остановимся. Мы закончили 5 мишнайот. Продолжим в следующий раз. Баруха Адонай Леолам. Амин. Амин.